Привет, друзья! Вот мы и дождались Гассена. Хорошая новость. Гассена серьезно переработали со времен первого обзора. Так, теперь урон навыков у него магический. Разлет клинков второго навыка сужен и добавили то, чего не хватало крайне. Это возможность отхода после применения ульты. С этими навыками Гассен заиграл новыми красками. Урона можно вносить больше, попадать чаще и отходить после атаки. Что возьмем из эмблем? Подходит идеально эмблемы магического убийцы, дословно общие эмблемы мага. Выбираем пробитие и перк «Нечестивая ярость». Из дополнительных навыков мне нравится вспышка. Но благодаря подвижности героя вы можете выбрать, что захотите. Отлично подойдут ослабление, очищение, возмездие. Поговорим о навыках. Пассивный навык – мастер кинжалов. После того, как вы поражаете цель навыком, то бишь наносите ей урон, Гассен получает руну. По накоплению трех рун он наносит цели вместе с ударом рукой урон, равный 15% от отсутствующих хп цели, и лечится на 80% от этой суммы. Излечение небольшое, но эти 15% наносятся чистым уроном, игнорируя броню. Что интересно, мы можем набивать себе руны на лесных мобах или крипах и не следить за накоплением уже в бою. Я пробовал делать билд, собрав все предметы на чистый урон. Нет, не заходит. Первый навык – бросок кинжала. В выбранном направлении Гассен метает кинжал, который поражает первую цель на своем пути, и наносит урон. Если нажать навык еще раз, мы оказываемся за спиной цели и наносим еще урона. Благодаря таймингу интересный навык. Единственное, надо учиться попадать в нужного противника. Хотя есть такая хитрость, пока противники не привыкли к Гассену. Вы втыкаете кинжал в крипа перед целью и сваливаете с видом, что отходите. Есть шанс, что цель не заметит этого хода и подойдет к собственным крипам для пуша. Вот тут вы можете вернуться к кинжалу и дать прокаст в противника. Вторая особенность механики этого удара. Если вы удалились на 2 экрана от противника или менее, Гассен телепортируется к цели через препятствие. Если больше, Гассен наносит удар просто стоя на месте, но цель получает урон от навыка и пассивки, если та заряжена. Второй навык – пытка кинжалами. Гассен раскидывает кинжалы веером, втыкая их в землю. Каждое попадание наносит урон и замедляет цель на 2 секунды. Повторное нажатие возвращает клинки, которые в полете ранят противника снова. Наш основной навык – максим его по возможности. Чем ближе вы к противнику, тем большим количеством клинков попадаете. Привыкайте к таймингу автовозврата. После ульты тайминг не сильно продлевается, поэтому комбу делаем быстро, о ней будет позже. Ульта – безумный накал. Вы привыкли к вундервафле, убивающей все живое? Здесь другое. Гассен делает рывок в выбранное место, перезаряжая свои первые два навыка. Применив второй навык после ульты, кинжалов станет 10, и вы сможете их вернуть все 10. Если, конечно, первая партия еще не пропала. С другой стороны, воткнутый в противника кинжал от первого навыка пропадает, поэтому его перекастовывать надо снова. Но и это про ульту еще не все. Повторное нажатие позволит сделать еще один рывок, но уже без перезарядки навыков. Что приятно, ульта и навыки имеют короткое КД. Комбо. Первый навык. Вы бросаете нож в противника. Еще раз первый навык, и вы в упор к противнику. Второй навык. Попадаете по нему кинжалами. Ультой догоняете или прыгаете за спину. Второй навык еще раз. Теперь в земле 10 кинжалов. Дважды первый навык, и вы за спиной противника вновь. Жмем второй навык, возвращаем к себе клинки. Атакуем с руки, если вдруг оказалось мало. И повторным нажатием ульты можем разорвать дистанцию. Это полная комбинация навыков, направлена, чтобы выжать максимум урона за прокаст. Тактика поведения стандартна для убийц. Удобно начинать атаку с кинжала из кустов, его не ожидают. На миду не майтесь, у вас верные атаки и ближний бой, лучше доставайте противников по флангам. Благодаря второй способности лес мы чистим быстро, что позволяет не отставать в фарме при агрессивной игре. Три врожденных навыка к перемещению делают вас очень подвижным. Думайте, с какой позиции лучше атаковать и как уходить. Гассен не однокнопочно ультовый, он заставит вас думать на убийце. Билд я использую на данный момент такой. Лесной звездный меч второй формы, ну розовенький такой. Магические сапоги, добавим чуть КД себе, это поможет в начале. Или возьмите сапоги заклинателя.
Коса бедствия. Также добавит и КД, и магический урон, и ману, и усилит нашу пассивку своей пассивкой. Концентрированная энергия, но куда же мы без отхила? Охранная реликвия усиливает комбинацию и максимализирует магическую силу в фулл-билде. Слезы дьявола помогут пробивать антимагическую защиту, а кровавые крылья дополнят урон, но можете заменить их на бессмертие. Итак, у нас в руках сильный убийца, который требует наличия рук и мозгов. Играйте, дерзайте, ставьте лапки под видео и делитесь впечатлением о герое в комментариях. Всем пока!